Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Александр, и сегодня ко мне на стол попала коробочка от компании Blitzwolf, как это видно уже по цвету и маркировке, да и по названию. BWP10. Это у нас пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер с поддержкой быстрой зарядки и с возможностью беспроводной быстрой зарядки. Значится у нас здесь микро-USB, USB-C, входа 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 2 ампера. То есть быстрая зарядка на вход и выход. Первый 5 вольт 3 ампера, второй USB 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 1,5 ампера. То есть один выход стандартный 5-вольтовый, а второй с поддержкой Quick Charge. И есть еще Type-C на выход, тоже с поддержкой Quick Charge до 18 ватт. Беспроводная до 10 ватт. Прикольно. Обожаю пауэрбанки всячески. Так, как всегда, сам банчок. Макулатурка с веселенькой и грустной рожицей. Типа гарантийничек у них. И юзер-мануал, где, в общем-то, все то же самое написано. Характеристики на нескольких языках, но без русского, как всегда. Кабель для зарядки микро-USB. Но могли бы Type-C положить, тем более возможность работать с Type-C есть. Пожадничали. Такой приятненький по весу. Это площадочка беспроводной зарядки, индикаторы, выхода. Это вход-выход USB-C-шный, это чисто вход. Здесь тоже все продублировано. Нажимаем, заряжен. Так, сейчас проверим сразу беспроводную. Надо мне для этого сходить за моим стареньким Galaxy S4. Что-то я никак не могу догнать, как это работает. Ну, в общем, буду тестировать на емкость этот пауэрбанк. И посмотрю, может быть, я что-то не так делаю, может быть, где-то что-то надо включить. Ну, я расскажу вам во второй части этого видео, что из этого вышло. Ну что ж, друзья, протестировал я данный пауэрбанк, и давайте начнем с замеров емкости. Итак, принять в себя пауэрбанк смог 9541 мА, что с учетом погрешности примерно соответствует 10 тысячам. Отдать он смог 6889 на 5 вольтах. И это тоже нормальный результат, как раз разница между 3,8 10 тысяч миллиампер и на напряжении 5 вольт примерно должно быть в районе 7 тысяч миллиампер час. Зарядка самого банка проходит при мощности, доходящей до 19 почти ватт. Вот у меня в начале он тут заряжался 16,78 и вот. Почти 19 ватт, это вполне неплохо. Теперь по беспроводной зарядке. Конечно, я немного лоханулся, но потом вкурил маны, так сказать. И понял, что для того, чтобы она активировалась, беспроводная именно зарядка, нужно нажать 2 раза. Загорается здесь зеленый светодиод. И мы кладем смартфон с беспроводной зарядкой, и никаких проблем. Зарядка пошла. В общем, все в порядке, работает. Значит, для того, чтобы выключить, еще раз нажимаем 2 раза и переходим в обычный режим. Теперь давайте померяем, сколько он у нас отдает по мощности. Так, для этого нам потребуется вот такой прибор. Для начала обычный выход, OUT1. Он у нас заявлен, напоминаю, 3 ампера. Так, подсоединяем, включаем и даем нагрузку ему. Примерно будет 2,5 нагрузочными. Так, сейчас убавим сначала вот так вот. Раз. Итак, 2,48 видим. Начинаем прибавлять. И вот они наши 3 ампера. Но при 3 амперах совершенно не падает вольтаж. Давайте посмотрим, сколько он сможет у нас выдать. Ну, вот где-то на 3,3 начинается падение, уже нестабильность. Пытается удержать все равно 4,8, 4,7. Ну, в общем, 3,4 ампера, 4,9, 4,8 держит все равно вольтаж. И 16 ватт выдает. Вот как-то так, друзья. В общем, все по-честному. С выходом обычным. Теперь смотрим Quick Charge. Quick Charge у нас заявлен. То же самое, значит, 5 вольт 3 ампера. На это мы проверять не будем. 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 1,5 ампера. Сейчас мы
отключаемся в него. Значит, триггер у нас Quick Charge даем немножко. И сейчас на 9 вольт я переключусь. Вот у нас 9.05, и нам нужно 2 ампера получить на этой, на этом, так сказать, напряжении. Сейчас мы это попытаемся сделать. Так, это у нас вот так вот. Раз. Маленько убавим. Вот так. Теперь оп. Ой, даже переборщил. Я, в общем, на 2,33 ампера, 8,36. Ну, 19 ватт при этом выдает. А в принципе рассчитан на 18. Так, давайте я 0,5 что ли уберу. Вот так вот. Одной достаточно будет, чтобы точно посмотреть, что у нас при 2 амперах. А при 2 амперах у нас ровно 9 вольт. Точнее, как говорится, не бывает. Все отлично. С этим, ну и давайте мы прибавим немножко еще до 12. На 12 должно быть 1,5 ампера. Это, наверное, много. Сейчас мы 0,5 возьмем. 0,5. Вот так вот. Оп. Вот. И выставляем 12 вольт на триггере и прибавляем. Что мы видим? 1,5 ампера, 12 вольт. Очень честный пауэрбанк, совершенно честные выходные у него параметры и даже с запасом. Давайте ему поддадим. Ну вот, в общем, он ушел в перезагрузку уже за 19 ватт, когда было. То есть в защиту ушел пауэрбанк. В общем, что можно сказать? Молодцы, Blitzwolf. Отличный пауэрбанк. И беспроводной, и проводной. Все характеристики честные. Портов огромное количество. Ну, все возможные. Еще один вопрос. Будет ли работать все три одновременно? Что интересно. Сейчас я попробую шнурки найти и проверим. Итак, друзья, поставил я на зарядку, значит, Galaxy. Вот он заряжается, зарядка пошла. Поставил пауэрбанк от обычного входа. 1,63 ампера. Вот здесь вот идет 1,5. Видите, да? И подключил еще к USB-C проводок и подключаю свой OnePlus. Оп. Естественно, переподключение происходит устройств. Но зарядка пошла. Идет зарядка здесь. Видите, да? Обычная. Продолжается зарядка 1,2 примерно ампера пауэрбанк. И Galaxy тоже заряжается. Естественно, мощность выходная делится между этими устройствами. Ну, в общем-то, одновременно, если нужно, заряжать три устройства от этого банка тоже можно. В общем, по мне, это классный пауэрбанк. И рекомендовать его к приобретению я смело могу. А на сегодня, друзья, все. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Непременно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И до новых встреч. Пока!